Всем моим красоточкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня я решила вам показать, то есть примерить новые вещи, да, которые я вам показывала в последнем видео, и наглядно показать, как все это смотрится. Первый вариант я покажу водолазку, да, которую я купила, и джинсы. В принципе, вы можете наблюдать водолазку на мне. Она смотрится вот так. Вот здесь вот такие вот мелкие пуговички. Ну, что придает, кстати, водолазке такой вот некий шарм. Вот, и я просто прицепила вот такую брошечку, коронку с белыми камнями, да, которая по цвету металла подходит под пуговички, потому что пуговички в золотистом исполнении. Вот, и, кстати, на мне те же серьги, что вы видели в последнем видео. Кстати, девочка писала, да, что серьги интересные, да, это змейки. Вот. И такой же перстенек у меня, змейка. Вот. Ну, то есть я как бы стараюсь, конечно же, фурнитуру подбирать одного цвета, если есть какие-то детали в одежде, да. Если под серебро, то, естественно, бижутерию я подбираю тоже под серебро. Вот. Так как здесь пуговки золоченые, то и бижутерию я тоже подобрала золоченую. Вот. В принципе, водолазка смотрится вот так. Сейчас вам покажу. Вот. Обычная черная водолазка лапша. Ну, рукава такие достаточно длинные. Вот. И на мне новые джинсы. Вот эти, которые я вам показывала с высокой посадкой. Вот. Брюд. Сзади они смотрятся вот так. Я надеюсь, что вам видно, да? И, в принципе, я вам постараюсь показать низ. Я их надела с ботинками. Сейчас я вам покажу. Ну вот, в принципе, джинсы выглядят вот так. Вы видите, что они такого вот темно-синего цвета, брюд. Вот сзади карманы, клапаны, да, и вот они такие вот длинные. В принципе, полностью закрывают, можно сказать, каблук. Я их надела сегодня с ботиночками замшевыми, с вставками сзади под змеиную кожу. Также, вы знаете, девочки, с этой водолазкой можно, ну, я не знаю, можно добавлять любые аксессуары, да. Вот я сейчас сняла прежние и покажу те, которые я тоже планирую носить. Это такие вот жемчужинки, да, и вот такая вот стильная цепь с двумя жемчужинками. И все это смотрится тоже, я считаю, классно и стильно. Вот, все, в принципе, подходит и по фурнитуре, и по цвету, поэтому можно варьировать, да, разные варианты можно пробовать. Вот, или, допустим, надеть вот это вот колье, тоже в золотистом варианте, да. Вот, оно тоже смотрится, считаю, неплохо. Но это более такой уже, можно сказать, вечерний стиль, да. В принципе, можно вечером выйти куда-то, в ресторан, например, да, поужинать. Ну, и я считаю, даже и на работу, кто осмеливается носить такие украшения, я, например, осмеливаюсь, поэтому для меня ничего не стоит днем надеть вот такое колье, например, на работу или куда-то еще. Вот, и смотрится тоже, считаю, очень стильно. И как раз таки покажу вам сразу же ботиночки, которые были на мне, да, с этим луком, то есть водолазкой с джинсами. Вот, вот такие замшевые ботинки, а здесь на замочке, и сзади с вот такой вот вставкой змеиной кожи. Вот, тоже смотрится классно. Опять-таки, можно опять варьировать, это я вам просто показала один из вариантов, да, то есть я их, эти джинсы носила уже и с ботинками на высокой танкетке, например, да, и просто под каблук какой-то широкий, толстый, то есть вариантов может быть множество. Следующий вариант, девочки, я уже эту блузку надела без водолазки, то есть просто на тело. И также надела черные брючки, новый кюлот, который сейчас вам покажу. Можете посмотреть в свободном варианте, да, то есть без пояса, без ремня. Как все это смотрится. Вот. И сейчас покажу вам брючки. Ну, в принципе, смотрится это все вот так. Вы видите, да? Ну, брюки вообще классные. У них такая ткань суперская такая, знаете, прям вот струящаяся такая, как сказать, вот туда прям падает. Вот. И надела я с простыми черными классическими ботиночками, замшевыми тоже. Покажу поближе вам их, которые очень подходят под эти брючки. Вот, также планирую носить сапожками. У меня сапожки такого же плана и замшевые такие, как бы сапоги-чулки. Вот, и все это смотрится вот так. И сейчас покажу, как это будет смотреться с широким поясом. В принципе, это просто один из вариантов. Естественно, я эти брюки буду носить и с другими вещами, и с водолазкой, и с рубашечками, там, и так далее.
Так, второй вариант, девочки, можно добавить вот такой вот широкий пояс, ну или ремень. Вот эти пояса сейчас тоже у нас очень-очень актуальны во Франции, различных цветов. Есть даже такие ажурные, прям с выбивкой и с кружевами. Вот, у меня пока такой поясочек. И это смотрится тоже все вот так. Если вам видно, да? Но я считаю, что тоже смотрится неплохо. Сейчас покажу вам полный лук. Ну вот, в принципе, вы можете наблюдать широким пояском. Или можно надеть широкий ремень с бляхой, например, да? Тоже будет смотреться супер. Вот. Но я буду носить, в принципе, и так, по настроению, как говорится. Если идти в ресторан, то, конечно, без пояска, чтобы посвободнее был животик. Вот. В принципе, вот так все это смотрится. Сейчас вам покажу ботиночки. Так, ботинки, которые я сейчас надевала под этот лук, смотрятся вот так. Вот это замшевые ботиночки с такой вот эластичной тканью, которые просто облегают хорошо ножку, да. Вот и такой вот каблук. Я такие каблуки просто обожаю. Несмотря на их высоту, они очень устойчивые, очень комфортабельные. Вот. И, в принципе, как я сказала, буду еще носить сапожками. Следующий вариант, девочки, это вот с этой футболочкой, да, которую я вам также показывала. Очень такая, я считаю, хорошенькая, очень такая нежная и необычная, да. То есть эта вставочка, она прям как-то вот добавляет такой некий, как сказать, шарм и женственность, да. И сзади она тоже, в принципе, сделана вот так, да, то есть сеточка идет. Вот, и сейчас покажу вам ниже. Она смотрится вот так. То есть, если вам видно, да, с этими же брючками. Покажу поближе вам. Ну, вот, в принципе, это смотрится вот так. Хорошенькая, считаю, футболочка. Цвет такой у нее красивый. Такая оригинальная и красиво смотрится даже под эти брючки. Да и под любые другие тоже будет смотреться классно. Ну, вот, в принципе, пока на этом закончим. Потому что, если честно, я уже устала переодеваться. Вот, в следующий раз постараюсь вам показать остальные вещи, да, черные брючки, платье длинное, лапшу, да, которая черно-белая. Вот, и вообще буду стараться показывать свои аутфиты, которые я ношу. Вот, спасибо всем за внимание, всех целую и до скорых встреч. Чао!